Мы находимся с вами в городе Азове, храм Святой Троицы. Он является визитной карточкой нашего города, и все приезжающие в наш город видят его, как он встречает путников на своем пути. История нашего храма уже насчитывает 30 лет. Он первый храм постсоветского периода, и его сама архитектурная наполненность, она уникальна в том, что первоначально он планировался быть двухэтажным, и мы сейчас с вами находимся в храме, который заходим, спускаясь вниз по ступенькам. Вот именно когда возвели, в 91-м году начали строительство этого храма, и в 95-м уже здесь пошла первая служба, он имел низкий потолок, ну это чисто нижний храм был. Вот. Но тогда архитектура города запретила возводить вверх второй храм, который бы по высоте был 56 метров. Вот. И новому настоятелю, протоиерею Сергию Бабинцеву, трудами которого и был построен этот храм, пришлось решать вот эти трудные архитектурные задачи. И было чудо, которое батюшка рассказывал, что он молился святым Матери Божией, чтобы они помогли ему построить этот храм. И он рассказывает, что ему явился дивный старец, святитель в святительских одеждах, и сказал: «Ты храм построишь». И когда он спросил у него: «Вы святитель Николай?», он ответил: «Нет, я Митрофан Воронежский». И вот молитвами святителя Митрофана Воронежского и трудами нашего почившего настоятеля уже, отца Сергия, вот этот храм был построен. В 2000 году была построена колокольня, а в 2004 году начались самые сложные реставрационные работы. Вот двухметровый слой перекрытий, который состоял из бетона, из строительного мусора, сотни КАМАЗов вывозили. А потом подняли стены и заказали купол, который с усилиями четырех кранов воздвигли. И следующие работы – это были уже работы по росписи этого храма. И мы сами видим, что на данный момент храм очень теплый, очень красивый, с хорошей акустикой. 25 лет в нашем храме поет ансамбль «Благовест», который тоже является украшением нашего города. Вот. И наш новый настоятель, отец Андрей Миронов, он, конечно, продолжает традиции, которые заложили предшествующие отцы. Отец Александр Осяк, первый строитель нашего храма, и отец Сергий Бабинцев, основной строитель. И вот его могилка находится здесь, за алтарем нашего храма. Он очень почитается всеми прихожанами, его все тепло вспоминают, потому что он был действительно отцом, родным отцом для своего прихода. Вот, и мы, наш приход, конечно же, он воспитанный такими духовными наставниками, всегда рад всем приходящим. Мы рады вам, что вы нас посетили. Спасибо, тоже. Господи. Мы про вас слышали, и наши прихожане тоже ждали вас. Нам было очень приятно увидеть такое большое количество людей, которые нас ждали, хотели фотографироваться, и чтобы мы исполнили несколько песнопений, что мы и сделали с огромной радостью, конечно. Да, спасибо вам, что вы нас посетили, и благодаря вашему творчеству с нашим храмом, с нашим приходом познакомится множество православных людей. Дорогие наши друзья, дорогие подписчики канала YouTube Art Group Largo, поклонники нашего творчества. Слава Богу, мы закончили сегодня съемки, которые мы снимали в Ростове, в ростовской епархии. Три дня. Три дня мы снимали 9 храмов. Это потрясающе. У нас такая замечательная энергия сейчас внутри. Настроение потрясающее. И сегодня мы в Азове, 27 января, закончили последний день съемки в городе Азов. Храм Троицы. И пришли люди специально, чтобы мы спели для них. И мы, конечно же, несколько произведений из своей программы спели. И вот, вот такие вот подарки милые. Это коржики. Там еще что-то надавали. Мандарины, апельсины, печенье. Просто родные. Вы нас любите. И мы вас очень любим. Спасибо. И, пожалуйста, пересылайте наши видео. Подписывайтесь на наш канал YouTube. И пишите длинные комментарии. Спасибо, дорогие.